ребята! Меня зовут Ким Кёнг Ми. Я кореянка. Сегодня я буду смотреть фильм. Это мультфильм. Ребята, я правильно говорила, да? Фильм. Ой, это тоже тяжело. Это русский день. Ничего страшного. Поехали! Оу! Фильм! Оу! Вау! О, мне уже нравится. О! Вау! Красиво, правда, вау! Я такое время очень обожаю, правда. Вау! Красиво, вау! Вообще стильный, вау! Вау! О, потрясающе, правда. Вау! Вау, мне очень нравилось. Мне очень нравится. О. Вау. Рисунок очень красивый вообще. Красиво. О. О, прикольно. Опять мысль не придет? Да, это сочинять очень тяжелая работа, правда. О. О, вау. О, а. О, реально? Вообще гениально, правда. Очень хорошо показывали. Вау, круто. Режиссер. Так быстро писала. Вау. Интересно. Круто. О, цвет появился. О, 11. Ребята, вы знаете, я когда в России был, это жила, у меня общежитие комната 11 была. О, это 13. О. О. Вау, цвет красиво. Это какая комната?
очень нравятся рисунки. Это там кто? Главный человек, да, наверное? Угу. Что это такое? Поздравляю! Вау! А, вау! Круто! Вообще, как это придумали? Интересно? Вообще круто! Вау! Вау! Вообще гениально, правда, это мультфильм вообще гениальный, мне очень нравится. Вау! Очень удивительно. Вау, круто. Вообще гениально. Вау. Вау, круто вообще. О, вообще. Ребята, не могу вам поверить. Вау, круто. Вау. Вообще, это как... Вообще, это художник, правда, это вообще. Как будто я в музее сижу сейчас. О. Вау, круто. Вау. Вау. Вообще офигенно, да? Вообще круто. Вау. Смешно. Да, реально, это кино. Вау, это тоже очень красивые рисунки, правда. Вау. Круто. Да, кино снимать вообще такая тяжело. Если немножко ошибка есть, вообще все надо ждать. Сколько человек? Ох, да. Это большая работа, правда. Поэтому, ребята, обязательно надо как кино в театре смотреть. Не укради. Да. Вау. Вообще круто.
Это настоящий? О, да. О, да, это вообще... Да, это фильм. Вау! Вообще. Ай, да. Малышка? А, да. Наверное, сразу не получается, да? Да, это сколько денег надо заплатить вообще? Ох. Ах, да. Актер, актриса, сразу надо. NG нельзя на самом деле очень репетировать. И потом сразу как получается надо. Получать, да? Вот это сколько человек. Сюда-туда. Свет, все деньги. Ух. Она не делает? Это очень хороший режиссер. О. Что она сейчас делает? О, господи. О, да. Ах, очень тяжелая работа. Да, это стантмен, да? Оф, это тоже как. О, да, сколько раз, да? Оф. Да. О, да. Смешно. А из-за него он так много. Ах, надо обязательно делать. О, слава богу. Это что такое? А, это кино. Я думала, это он умер.
Еще раз смешно. Да вообще. О май гад. Это что такое? Вау. Красиво. Да. А. Вау. Ну да, это еще надо монтировать. Оф. О. Круто. О. Не знаю, мне очень так трогательно стало. Вау. Да. Да, вообще. Вау, это очень хорошо показывали, правда, это мультфильм вообще прекрасный. Вау, так трогательно. Браво. Да. О, музыка красивая. О, цвет, мне такой цвет очень нравится, правда. Не яркий вот такой. Вау, мне очень нравится. Вау, не знаю, я даже хотела немножко поплакать, но это... Я всегда очень... Люблю смотреть фильм, кино, да? И потом, ну, просто смотрели, ну да, это вообще гениально, гениально. Я вот это смотрела, да, очень конкретно все показывали про сессию. Все это как хвалю, актер, актриса, и режиссер, писатель, все степ, все камеры. Прекрасно. Мне очень понравилось, как они показывали, что показывали. Кино снимать так тяжело, очень, очень они как конкретные, не знаю, мне очень трогательно было. Когда мы смотрим кино, мы не думаем, ну просто кино, сюжет просто смотрим, да? А я после этого, наверное, другими глазами буду смотреть и очень конкретно все смотреть буду, да. Ребята, если вы мне хотите помогать, тогда комментарии пишите, пожалуйста. Минимум 4 слова. Я раньше тоже посмотрела мультфильмы. Вот тут. Обязательно смотрите. Ребята, спасибо, посмотрели это видео. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи, пока!